первый сценарий такого объема. Но, как видите, все в этой жизни возможно. Я доделала образы героев, персонажа, конфликты, драматическую перипетию, добавила характеры, изменения характера протагониста, чтобы были понятны его поступки, чтобы был выход на финальный, как говорится, кульминационный уровень развития этой драмы. Но, в принципе, я, конечно, вот откровенно скажу, что ставила перед собой задачу не столько работа с документальными фактами, это до меня сделал мой соавтор Леонид Немцев, сколько работа именно с характером, с психологией героя. И я постаралась донести через вот этот текст, этот материал, ценности гуманизма, ценности формирования личности, характера человека и ответ на вопрос, почему самая сложная профессия — быть человеком, как говорил Хосе Марти.